Хорошие новости приходят с чемпионата мира по фехтованию в немецком Лейпциге. Еще две золотые медали завоевали российские спортсмены. Дмитрий Жеребченко первенствовал в турнире раперистов. Он одержал верх над соперником из Японии. Инициативу захватил в самом начале поединка, затем стал отставать, но в итоге вернул преимущество. Победу в личном турнире шпажисток праздновала Татьяна Гудкова. В финале 24-летняя россиянка оказалась сильнее опытной представительницы Польши. Таким образом, после четырех соревновательных дней в активе нашей сборной три золота и одна бронза.